Секунду, магазин зайду, Песик! Пизда собаки! Надо перефить. Не убивай собачек, чувак! Можно тоже посмотреть, что можно взять-то. Вот у меня 10к. Так. Знаешь, чего? А у тебя это Барретт не открылся? Не знаю. Возьми болтовку себе, пиздатая тема. Какой, если Барретт не открылся, как, ну, это снайперка. Не-не, там должна карабин 308. А. Вот тут так. Дорогая, вот подешевле. А у тебя не открылся этот МБР-50? Не еще. Ну возьми болтовку, закачай ее. Так, куда ее? Это. Да, это я. Бля, есть. У меня дробаш был, у меня же на 4 скилла, еб твою медь. Чего? У меня был дробовик, чувак. У меня 4 оружия. А, ну да. Бля, я забыл. Кстати, эта винтовка, она, я с нее прикольно стрелять без прицела. Просто как винтовки Второй мировой. Ну-ка, сейчас я бегал, типа, стрелял так. Не, я имею в виду, когда типа оптика, знаешь, типа шака без оптики, шака с железного. Он так прикольно пиздает. Ну ты пока так, посмотри. Блять, вот он дробовик был, сука. А у тебя какой-то без ручки, второй что ли, да? Да. А ты все пулемет купил? Пулемет. Ну мне дрободанчик нравится. Ну там просто это, типа разными патронами стрелять. У тебя просто твой калаш и винтовка получится одними патронами стрелять, винтовочными. А если ты пулемет возьмешь, у тебя нет, с пулеметом будет. Почему винтовка у меня разными стреляет? Не-не-не, вот эта винтовка и болтовка одинаковые. Mm-hmm. И вот эта, которая у меня тоже, она тоже стреляет. А пулемет он отдельными стреляет, и Барретт отдельно. Вот тебе можно вот эту винтовку сменить на. У тебя же есть другая терра на пулеметках. Mm-hmm. У тебя там никакой не открылся. Не, по-моему. Я тебе рекомендую МГ-3 купить, как меня. Немецкий. Он там типа из уникальных внизу. Называется так МГ-42, да. У нас сейчас зверь, короче. Так, сейчас посмотрим. Ну, если тебе денег хватит, на 7000 стоит. Не, уже не хватит по-любому. Ну все тогда. Ну ты можешь это М60 просто себе взять. У тебя же открытый М60. А, подожди, у меня. А, М60, да. А М249 не открылся еще? Второй. Нет. Ну тогда М60. Подожди, а какие ты хочешь? А, внизу уникальный. Ты можешь на М60 поставить прицельчик. МГ-42. И расширенный магазин. Тын-тын-тын. Ну-ка. И вместо чего его поставить-то? Так, без автомат. Магазин. Типа снайперка, пулемет и дробовик. Глушак. Ну, глушак ему не очень нужен. Да. Так, прицел какой поставить-то? Первый самый. О. Блин, тебя, блин, длинный он, пиздец. Глушаком. Нормальная тема. Такс.
Снайпа. Такс. Дрободанчик. Сейчас я тебе, кстати, продемонстрирую. А, сейчас, подожди, еще патрошки надо закупиться-то. Боеприпасы. Все, я на все закупился. Я готов. Я готовая я. Цени вот такая снайпа, типа, без ничего. Цени. Прикольное тело. Ну какие? А как вам передать? А, никак, наверное, да? Это да, это самое менять. Ну, нужно, чтобы на что-то на земле лежал. А, во-во, здесь есть, иди сюда. Спасибо. Возьми. А, она так не будет работать. Да, ну ладно, пусть. Ладно, да. Пойдем, ладно, за это задание брать. Где он? Стоит вот он. Сейчас я возьму лук. Ты как раз вовремя. Я вот так ходил, типа, блядь. В смысле, о чем не сменилось? Ебать, это стриптиз-бар какой-то? Блин, тут женщина с крыльями нарисована. Сектанты не лишат. Да, это бар, и нихуя себе, кабачок. О, денежки. В кассе 48 баксов спиздил. Ты убил Иоанна. Называется, знаешь, как? Сприд Игл. Сприд Игл. Чё вообще, я не помню еще. Ну чё, товарищ шерифка. Шприд, блять, такой. Оп! Твою мать! Твою мать! Не ругайся. Шприд Игл. Бля, я не знаю, как шприд переводится. Вот бабы, да, скажи. Вот ты взял там квест? Сейчас я беру. Бери. Ты подаешь хороший пример. Да. Без твоей помощи нам бы не удалось вернуть себе Фолс Энд. Почти как все сваливают убил? Отсюда да после первой встречи с сектантами. Остальные жалеют, что не свалили. Мой да? отец одним из первых пошел против них. Если и пердак поджечь. А, блядь, Мартинс! Она так говорить не успела. Вставай, блядюшка. Надо меньше пердеть, баба. Так бы у тебя пердак не загорелся, если бы не пердела. Давай, ладно. Я ее хотел отремонтировать. Мой отец одним из первых пошел против них. Мозги я отремонтирую. Каждый раз, когда они заявлялись, папа садился в свой грузовик и гнал их из города. Он его да? обожал. Нихуя себе. Называл вдоводел. Нихуя себе. Ебать на тебе, блядь, морозок был. За неделю до смерти отца. Блин, хочешь реально разозлить секту? Верни мне вдоводел. Покажи им, что нас не согнуть. Походу, и пусть тачка наши какая-то ребята откроется. Порадуются. Угу. Он заперт в зерновом или... Хорош дурить! Блин, дай мне договорить. Ты как раз вовремя. Короче... Он заперт в зерновом элеваторе на востоке. Думаю, ты как раз справишься. Нет. Вдоводел! Пойдем вдоводел искать. А чё, ещё есть квест? Тоже, тоже кстати, далеко я, вот так. Я, это какой-то грузовик, чувак, пиздатый. Да? Откуда ты знаешь? А, он на картинке нарисован. А я, кстати, на таком ездил. Прикольно, типа, тачки с дороги скидывают, они живучие. Там внутри еще какой-то чувак квест дает. Да, давай. О, тут кассу можно грабануть. Дел. Вдоводел. Вдоводел. Блять, не засел. Пересаживаемся. Поехали. Угу. По ночному лесу. Там по стелсу можно будет потом замутить около вдоводела. Хотя, в принципе, уже можно по стелсу тормозить. Там стопудово враги, вообще так кажется. Блять, что? Медведь какой-то. Хуена. Что-то кто там орёт, блять? Не знаю, стреляет. Нет, не мы. Их там много, кстати. Давай постил спокойно. Так. Бля, ебать халупа здоровая. А мы здесь были, блять, чувак. Да. Это помнишь, там где чувак крепость сделал? Типа дом с этими как его называется, блять, с блять дома. Ебать, тут людей сожгли, чувак, прикинь. Что это было? Да это была пуля, чувак. Сука, убегай оттуда, убегай, не бегут к тебе. Блять, куда? Палево. Все спалился, чувак. Черт, блять.
А че ты бегаешь-то в кустах? Сейчас меня еще ебнут. Да, пизда. Как они, сука, спалили. Ну заебись, ты меня опять одного оставил. Ну вызывай, блин, напарник. Сейчас я собаку выбрать. Давай, собака. Потом мы тебя шлепнем. Не побежал сразу куда-нибудь спрятаться, а там все везде решетка, сука. Не успел еще ничего чекнуть. Ты быстро убил этого чувака, надо было подождать. Да дело не в том, что я его быстро убил. Дело в том, что стрела, сука, через сетку не пролетела, блядь. Если бы я его со стрелы убил, он просто стрелу, сука, увидел. А если вот это ебану там, блядь, сложности. Если ты первую пулю не попал и не убил его, блядь, то палеван, все ясновидящие круга сразу знаешь, что тут, блядь. Причем он тебя даже не видит все равно, блядь. Ну, раз стрела рядом пролетел, сразу телепатии сообщает, блядь, всем, короче. Так, успокоились. А, кстати, успокоились, да, странно. Обычно так не бывает. Собака нас палит. Сейчас я его, сука, сниму. Сейчас я его с ножа лучше положи. Давай, страхую. Успокойся, блядь, волчара ебаный. Закройте меня в клетке. Да, мы здесь были уже. Опять в эту хуйню смотри надо. Только теперь тут открыто. А, гля, он теперь стоит, чувак. Тут не было нихуя. Да, что-то они одну локацию два раза используют. По максимуму выжимают. Ну что, поехали? Да, поехали. Нихуя себе аппарат. Да. А что, оружие есть? Смотри, какие патроны. Где? Вон там у тебя так, на этом. Так, выбранное метательное оружие. Стреляй, чувак, вон они. А, да. Ну, чисто по прямой стреляет, прикинь. Ага, типа два браунинга по этому спереди, блядь, привязано. Тарань, короче. Вы покидаете область задания. Не в ту сторону едешь. Давай, погнали, Шурик, собачку давить. Нахуй. В натуре спереди два браунинга. Нихуя, давай, хуярь, 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 чувак. Петушки, блять. Да вообще изи. Издам, пацаны. Ебать. Распидорасило нахуй. Ну, пацаны, чё хотите, войны? Ебать, тарань, вон он, сука. Ну, нах. Куда вы, блядь, лезете? Крутые пацаны едут. Да прикольный грузовик, да. Через заграждение 3-9, прикинь, что их будет. Да-да, она покинута. Чтоб протаранивать всякую хуйню, блядь. Ебать! Нормально! Гоним. Ебать, вертолет! Бля, вертолет без этих пушек, они вверх не поднимают. Да я успел с дробовика, блядь. Ну, стволочки. Вот, мы сможем сигнали точно. Это у него батя такой ебанутый, блин, ездил. Чё, пацаны? Пули вот сюда выехали. Ебать, не вываливаются. На нахуй. Нихуя себе у нас хп, чувак.
покинуть транспорт. Чё? Да нормально, нормально, че, надо, я чиниться. Ты чинишь. Да, ебать мне там, короче, надо убить их впереди. А вообще садись, половина починилась. У меня перк есть, у тебя есть перк на этом? Да, да, да. Бля, они стреляют по мне, чувак, бля, мне больно. Сейчас. Блять. Пидорасы, сука. На нахуй. Я хп все поснимали. Олени. Ну лечись, а чё? Чё внизу? Ты где там, сука? Я сейчас научу, блядь. На, налево, налево надо, налево. Я вижу. Блядь, надо просто повернуть на этой хуйне. Блядь, здоровый. Да ё-моё. Давай, давай, говорю. Нате вам, ублюдки. 9, вон впереди. Получи пизды. Лучше не таранить, короче, тормозит сильно. На. По крайней мере, сожженные лучше не таранить, что-то не тормозит сильно. А те, которые не сожженные, вроде не тормозят. Вообще, пэм под пули. О, Мишка, Мишка! Залупышка, а нахуй. Не берите убийцу. Я бать! Нахуй разлетайтесь! Прикольно! Тачка, Ярик, Сорик, блядь! О-о-о, впереди, блядь! Спасибо, пиздец. А, горю, блядь! Я это на знаке, я озерная пароль. Успел. О, тут самолеты. Мы на аэродром приехали. У нас почти самолет, блядь, только наземный. Понял, что пушки нельзя поднимать как-то, стрелять чисто в одну точку. Да. На, поймик. По лесам. По долам. Ходит шуба да кафтан, блядь. Все, на камешек наехал, аккуратно. Блядь. Зря ты вперед едешь, чувак. Ой, зря, блядь. Он тебе и назад не едет. Ну чё? Охуенно, блядь, чё могу сказать. Да, все, ты сел, блядь, братан, поздравляю тебя. Сука! Ты чё делать, блядь? Бля, нам нужен другой грузовик, блядь. Нам нужна машина какая-нибудь. Можешь машину подогнать какую-нибудь? Сейчас. В городе как раз можно будет взять. Бля, слишком далеко от Волододела. Ну я попробую, но меня сейчас, наверное, убьет. О, не, нормально, нормально, чувак, я выруливаю. По-моему. А, блядь, давай, давай, давай. О! Съехал с камня. Езди же, блин, ты попала. Я слишком в раз вошел. Блин. Да ё-моё, давай приезжай. Хорош ты это дерево таранить, блядь. Назад давай. А, блядь. Всё. Ебать, ты, блядь, ездишь, нахуй. Аккуратней, чувак. Надо достать эту хуйню. Собака! Кого-то задавил, блядь. Собаку. Ты ту бабу задавил, ебать. Надо сдавать. Ну ты молодец, блядь. Вставай, вставай. Ебать. Я, ебать, он приезжает, прикольно. Ты видел, как он приезжает? Так такое на руку вешает. Такой ствол и туда оставляет эти. Не поцарапал. Кого? Я тебя поцарапал. Пиздец, как поцарапал, блядь. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Да? Тебе хватает твердости, чтобы ему проводить. Твердости. Да, мой ствол тверд. Как никогда. Если б доводил тебе понадобиться,
Бери, не стесняйся. Блин, на стене написано: вы деливер 55501. Если узнаешь. Эй, сестра, прекращай! Тихо. Ты это не целься в нее. Чтоб меня, глазам своим не верю. Я хочу просто заказать жрачки. Держать нос по ветру. Я сфоткаю, блин. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Сообщу. Еще раз спасибо. Сообщащица, блядь. А, отлично. Вдоводел выполнил. Вдоводел. Блин. We'll be right back.